Парень, я хочу, чтобы ты помог мне избавиться от одного недоноска. У парня есть тачка в Квинсе. Прокатись на ней, порезвись, нарушь парочку пунктов в ПДД, сбей какое-нибудь дерьмо, все что угодно. Мне глубоко фиолетово, что ты там будешь вытворять. Главное, привлеки внимание копов. Верни чуваку тачку, и пусть они надерут ему задницу за твои подвиги. Вот когда копы нужны, никогда их нет. А
черт, а парень-то упертый. Проклятие! Моя машина! На землю, живо! Я начал работать на Слинка, и он мне щедро платил. Как-то раз он притащил меня на встречу с одним парнем в коне. Это он? Мы все обмозговали. Это тот, кто нам нужен. Золото, а не парень. Мне не нравится. Почему? Слишком молод. Нравится. Я просил тебя найти мне водителя, а ты приводишь какую-то сопливую девчонку. Ты наезжаешь. Почему? Будь добр, заткнись, амиго. Не выводи меня из себя. Знаете что? У этой девчонки сегодня свидание в другом месте. Адиос, приятель. Эй, ты куда это собрался? Я тебе, черт возьми, работу предлагаю. Я ж возрастом не вышел. Я такого не говорил. Кто это сказал, Слим? А в багажнике кто? Мой предыдущий водитель. Да ладно тебе, шутка. Смешной ты, чувак. Еще одна возможность показать, на что ты способен, парень. Мой партнер владеет сетью автомагазинов «Феникс». Он хочет, чтобы я быстро обзавелся тремя авто. Одна тачка в «Проджект», другая в «Квинси», третья в «Фэрпарке». На них установлены нехилые сигнализации, поэтому вначале тебе придется отбуксировать их в гараж в Ямайке. Порадуй меня, Тикей.
Какие проблемы? Да себе! Чёрт! Thank you.
Хорошо поработал, парень. Нужны будут деньги, подъезжай. Всегда найдутся тачки, которые нужно подобрать.